Вы знаете, сегодня очень много говорили об интеграции. На самом деле, если мы действительно посмотрим на интернет вещей, то не может быть одного игрока. Даже если взять какой-то проект, допустим, медицина, это не может быть просто оператор. Скорее всего, это будет интеграция поставщика услуг, поставщика связи и в том числе поставщика медицинских услуг. Говоря о Ericsson, Ericsson давно уже работает в этой сфере и видит себя достаточно активным участником игрока, участником вот этого рынка. В том числе и в Европе у нас есть несколько проектов, которые достаточно известны. Это, например, умный район морского порта, это контракт с Маэрском. Ну, в общем-то, такие наиболее крупные контракты, которые нами уже объявлялись, мы рассказывали о результатах, и поэтому я могу о них говорить. На самом деле контрактов гораздо больше, и мы активно стараемся развивать эту область. Кроме этого, Ericsson является одним из таких вот, ну вот у нас есть такое подразделение Consumer Lab, которое изучает поведение пользователей. Так вот, в том числе в рамках этого подразделения мы изучили, как люди относятся к проблеме умного дома. Хотят ли они эти решения видеть, не хотят они видеть эти решения. То есть это тоже как бы одна из позиций, да, такая немножко консультанта и аналитика рынка. А верите ли вы в то, что индустрия вещей, интернета вещей в России, помимо тех суботраслей или тех сегментов, которых уже явно видно, наследство в виде M2M, да, которое плавно, скорее всего, перейдет именно в категорию интернета вещей. Есть ли еще какие-то точки роста, которые Ericsson видит для себя и хочет принять участие в этом процессе? Безусловно, я считаю, что в России очень большой потенциал с точки зрения развития интернета вещей и M2M приложений. Опять же, вот я сошлюсь на наше исследование, которое мы проводим в рамках Consumer Lab. Так вот, мы изучали отношение пользователей к различным концепциям интернета вещей в городе. Естественно, безопасность и комфорт – это наиболее интересующие людей перспективы, наиболее интересующая сфера. Так вот, если говорить о решениях для безопасности, наиболее высокий интерес из 5 стран, которые присутствуют вот в этом вот, участвовали в этом исследовании, наибольший интерес к системам безопасности в России и в Чили. То есть вы понимаете, что в данном случае люди действительно, если беспокоятся о чем-то, они понимают, что технологии могут прийти к ним на помощь, сделать жизнь комфортнее и безопаснее.